Жуткие клоуны часто заплывают в чащобы колыхающихся в воде щупалец актиний. Казалось бы, они должны быть обречены на гибель. Эти морские животные напоминают ветвистые кусты причудливых растений, и они убивают своих жертв ядовитыми клетками, которые унизывают их щупальца. А рыбки-клоуны или амфиприоны, они безбоязненно резвятся в ядовитых зарослях, не только не рискуя жизнью, но и укрываясь здесь от хищников. От яда актиний их спасает толстый слой слизи на коже, но не все, однако, так просто. Ведь другие рыбы с не менее толстым слоем слизи, задев щупальца актинии, тут же могут погибнуть. Секрет неуязвимости амфиприонов ученые раскрыли совсем недавно. Оказалось, что верхний слой слизи, который покрывает их тело, имеет точно такой же химический состав, что и слизь актиний, и поэтому хищницы не воспринимают амфиприонов как добычу.